Мы с тобой находимся действительно в рабочих кварталах. Это улица Первая Слободская, тут квартал Дозаводской. Мы с тобой находимся у совершенно уникального здания. От него осталось, если ты видишь, только первый этаж. Второй перестроен, безбожно отреставрирован и так далее и тому подобное. Это Государственный Николаевский уездный комитет продовольствия. Организация, которая просуществовала с марта 1917 года по апрель 1922 года. 5 лет. Деникинцы, немцы, греки, французы, в смысле Антанта, Григорьев, всякие зеленые атаманы, которые побывали здесь. Эта организация при всей чехарде властей, она функционировала бесперебойно. Здесь сидело несколько чиновников, то есть вот с времен временного правительства. Они были обложены какими-то бумагами и выдавали разрешение, которое узаконивало частную торговлю хлебом, мукой во времена хлебной монополии. Ни на какие уши не натянешь, да? Марта 1917 года временное правительство издает свой знаменитый указ о передаче излишков хлеба в распоряжение государства. Так и называлось буквально. То есть крестьяне должны были отдавать по фиксированной цене свой хлеб в распоряжение государственных заготовителей. То есть что такое излишки хлеба? Это минус посевной фонд и плюс там минимальное потребление на всех членов семьи. То есть все товарное зерно должно было передаваться государству. Частная торговля хлебом была запрещена. И вот эта вот контора, она узаканивала сделки купли-продажи этим частным хлебом. Вот тогда появились то, что мы называем эрой русских мешочников. Но вообще понятие появилось довольно-таки давно, в конце 19 века. Вот мешочник для населения Российской империи – это книготорговец. Все очень просто. Ты берешь, зашиваешь обыкновенный товарный мешок с двух сторон, вырезаешь тут дырку посередине, набиваешь в два конца женские романы, порно-литературу, детские книжки, перебрасываешь через плечо и пошел просвещать сельское население империи. То есть вот они ходили вот так вот, мешочники, и зарабатывали. Но настоящие мешочники появились именно тогда, когда появилась хлебная монополия. Как только государство объявляет монополию, так только сразу начинается теневая торговля. И первые мешочники были военные. Знаменитый приказ номер 1 Керенского, который узаконил двоевластие в армии. То есть солдатские комитеты правили миром там. И вот представляешь, солдатские комитеты, у которых в распоряжении там полковая казна, которые могли выписывать отпускные документы, они снаряжали уроженцев Херсонской, Таврической и других южных губерний России для того, чтобы скупать хлеб. Зачем они это делали? А все очень просто. Вот приезжали сюда эти люди, в эту контору, брали разрешение от полкового начальства, то, что им надо, так сказать, везти в свою часть на фронт зерно. Затем покупали у крестьян определенное количество там подвод, иногда это были эшелоны, десятки эшелонов, и перевозили в центральные губернии России. Там Москву, в Питер, там Ярославль, Калугу там, и так далее и тому подобное. Прибыль 200-300% с учетом всех взяток. Потом они возвращались на фронт, деньги делились среди корпората, так сказать, и все. И можно было дезертировать с фронта состоятельными людьми. Идея-то была вообще хорошая. То есть вот застолбить цены на хлеб, каким-то образом снабдить армию, снабдить центральные губернии России, где уже начинались перебои с продовольствием.
То есть временное правительство, оно не просто так издало этот указ. Но вся логистика, вся инфраструктура у него отсутствовала. То есть у этих чиновников просто не было магазинов, не было элеваторов, не было складских помещений. И вот крестьяне, которые приезжали сюда, вот они тут вот табором располагались, жгли костры, зерно мокло под дождем, деньги из казны поступали с опозданием. В конце концов, они потеряли этот патриотизм, плюнули на все и перестали сюда возить зерно. Летом 1917 года Борис Иванович Гоголь был такой, товарищ министра продовольствия во временном правительстве. Он побывал с инспекцией в Одессе, в Николаеве, в Херсоне, в Крыму. И вот он говорит, описывает в своей докладной записке, а докладная записка опубликована в продовольственном вестнике. Был такой бюллетень, который издавался аж до 1922 года. То есть большевики его тоже издавали. И он описывает это так, говорит, в Николаеве вся площадь железнодорожного вокзала была заполнена военными мешочниками. Они все были вооружены с револьверами, со штыками, с винтовками. Литерные поезда еще летом, там, и пассажирские, они не штурмовали, но товарники, так сказать, под угрозой оружия, они просто захватывали и везли весь хлеб в Центральную Россию. То есть они за два месяца, за три, август, сентябрь, октябрь 1917 года, они вывезли отсюда 3,5 миллиона пудов хлеба, потому что временное правительство запретило экспорт хлеба из Одесского и Николаевского портов. А в Одессе вообще ломовики, вернее, эти челноки дрались с извозчиками, с ломовиками в порту и заставили переместиться в биржу вообще на окраину города. То есть за место под солнцем буквально. Но все это продолжалось до октября 1917 года. Большевики потом благополучно переняли эту хлебную монополию. То есть, сказать, приняли эстафету. Но они не только запретили частную торговлю, они в декабре запретили частную торговлю хлебом, а запретили любую частную торговлю. Их продовольственному дефициту еще, так сказать, добавился мануфактурный дефицит. Я вот понаходил кучу воспоминаний. То есть вот такой вот монографии, которая описывает приключения первых челночников, ее нет. Но воспоминания мемуаров выше крыши. Александра Львовна Толстая, дочь знаменитого русского писателя. Вот буквально тут близко к тексту процитирую. Как она ездила обменивать свою мануфактуру в деревню на зерно. Совсем близко к тексту. Вагон был набит настолько плотно людьми, что все стояли, прижавшись, и когда ноги отекали, я их поджимала и висела в воздухе. Так я отдыхала. Выйти по естественной нужде на станции не представлялось возможным, потому что в вагон можно было совсем не попасть после этого. Но когда мы приезжали в село, у нас были долгожданные призы. Катушка ниток 3,5 пуда хлеба, мужские сапоги 4 пуда хлеба, мужской костюм, по-моему, 6 нет, там, пудов хлеба. То есть они это затаривались и ехали обратно. Постепенно вот эта вот хлебная монополия, она стала разваливаться у большевиков. То есть домовые комитеты Москвы и Питера, там университеты, учреждения государственные, какие-то там объединения граждан молодого российского государства, они все отправляли своих ходоков с мануфактурой на Украину за хлебом. Приключения были еще те. И вот история гражданской войны. 1919 год. Вот как приходилось крестьянам. Деникинская армия выгнала красных с Украины. Идет наступление на Москву. Здесь бродят фуражиры. Фуражиры собирают все зерно, так сказать, для генерального наступления на Москву. Потом Нестор Махно делает глубокий рейд по тылам Деникинской армии. Делать нечего, снимают части с фронта. Вот Слащев тогда сюда пришел.
у крестьян забирает еще раз излишки зерна. Потом батька Махно решает, Нестор Иванович, он говорит, что нельзя. Издает указ о том, что запрещено большевикам продавать любые, вернее, не продавать, а предоставлять любой вид продовольствия. То есть он выгребает у крестьян опять все, все. И, так сказать, снабжение сел, деревень осуществляется им. Вернее, попытка была централизована, чтобы врагам не досталось. Деникинская армия откатывается назад, терпит поражение. Опять все это идет через Херсонскую губернию. Опять они берут с собой в Крым все остатки зерна, там уже выкапывают, там откуда-то там, знаешь, доносы сыпятся, там за какие-то вознаграждения. То есть архивы полны этими документами. Но это все ягодки, когда пришли красные продотряды, вот тогда началось основное. То есть они забирали все, картошку с печи там из казана. В общем, крестьяне совершенно очумевшие от всего этого. Они настолько стали скрытными, что вот эти вот продовольственные челночные банды, они канули в прошлое. Теперь стали появляться одиночки. И хлеб стал продаваться исключительно за золото или за царские деньги. То есть за червонцы. Война заканчивается. Наступает самый суровый год. 1921. И вот в 1921 году, эта организация, так сказать, заработала во всю силу, в полную мощь. Во-первых, сюда сыпятся взятки постоянно. То есть они вот дают разрешение на провоз хлеба там, через такие-то территории, дают взятки чекистам, командирам продотрядов. Но тем не менее все это работает, крутится, вертится, все это контролируется. Все это продолжается до тех пор, пока не начинаются крестьянские восстания в центральных губерниях России, пока не начался кронштадтский мятеж, когда государство все поняло, что или военный коммунизм, или оно, то есть большевики, так сказать, наконец-то поняли. Отменили запрет на частную торговлю и на монопольную торговлю хлебом. И тогда крестьянам уже не нужны стали посредники, и они стали торговать. И только в 1922 году эта контора умерла. Я не знаю. Мешочники — это дело такое. Любая революция связана с каким-то нелегальным оборотом материальных средств.